канале в гостях у Алисы и Егора. Сегодня мы приехали в лес. Да, зачем? Грибы. Правильно, мы приехали в лес поискать грибы. А получится у нас насобирать грибы или нет, это мы сейчас посмотрим. Да? Да. Да. Нашли лес какой-то, выехали километров, наверное, 60 от города. Пойдем искать. Вперед. Грибами пахнет? Ну все, пойдемте искать. Вон дорожка. Ну все, по дорожке вперед. Тут кто-то уже протоптал. Кто гриб увидит, кричите. Ой, трава какая, выше Алисы, да? Ну ладно, заходим в лес. О, Алиса уже упала в траву. Пойдем, Егор, вперед. Поднимайся, Алиса. Че, Алиса? Папа, я нашла грибочек. Ой, грибочек какой Алиса нашла. Даже два грибочка Алиса нашла. Ну-ка, давай посмотрим, какие они. Вот какие Алиса грибочки нашла под березовики. Давай их ножичком срежем. Да, кстати, давай, Егор, подай ножик у меня там в этом ведре. Алиса нашла два грибочка каких под березовика красивых, да? Не, да не надо, их ножичком надо срезать. Давай, давай вот так вот сейчас мы их срежем. Вот так, раз. Да, посмотрим, червивый, нет? Червивый. Так. Червивый грибок. Давай этот проверим. А этот нормальный. Вот какой грибок. Да. На, ложи себе его в корзинку. Кстати, вот я один папа поймал, он нормальный или нет? Да. Давай обрежем его. Держи. Я его обрежу сейчас. Давай, была грибочка. Вот, целый. Хорошие грибы. Вот папа тут еще нашел гриб. Смотрите. Смотрите, вот гриб какой. Даже два тут папа нашел. Вот раз. Вот, да. Так, сейчас мы посмотрим, он целый или червивый? Червивый. И вот еще. Дай мне. Сейчас. Посмотрим, какой. Тоже червивый. На, подержи, я сейчас ножку отрежу. Червивый. Ну что, не надо? Нет, червивые грибы не собирают. Ну все, идем дальше искать. Здесь, значит, должны еще быть грибы. Да. Это мама наша потерялась, да? Егор, нашел что-то еще? Вот здесь вот ищите. Здесь, значит, должны быть еще грибы. Да, они обычно рядом растут. Это были грибы у нас под березовики. Давай посмотрим. Это волнушки. Ну, волнушки можешь срезать тоже. Ой, у меня нету ножа. Держи. Ой, Алиса выдрала. Ну-ка давай отрежем ножку. Держи. Она старая волнушка. Алиса, отойди. Ой, она старая. Вот эта вот, наверное, молодая. Держи, Егор, гриб. Ну-ка. Тоже червивая. Червивых много грибов. Так, Алиса что-нибудь видит еще? Нет. Нет? А, ну ладно, давайте еще искать. Вот лес какой большой тут. Мама наша что-то потерялась. Мама наша потерялась, она в другую сторону пошла. Да, хочет больше нас грибов найти. Что, грибники, нравится вам грибы собирать? Да. Да? Да. А сейчас что вы делали? Ловили кузнечика. Кузнечика? Да. Поймали? Нет. Нет. Мы даже его там не ловили,
Он был такой черный, он так трещал. Да? Вот они трещат. Бабочки тут летают. Так, в общем, здесь прошли, маленько полведерка насобирали, едем в другой лес, потому что здесь больше что-то ничего нету. Мама наша там еще напала где-то на грибы, или грибы на нее напали. Сейчас маму ждем. Нет, грибы. И в другой лес едем, да? Ее грибы начали обстреливать сами собой. Кузнечики тут стрекочут, бабочки летают, стрекозы летают. Кузнечик-то где? Ну, здесь где-то. Стрекочут в траве, в травке. Кузнечика. Кузнечика? Да. Я слышу, что кузнечку трещит. Ой, а вон это как его. Папа, вот как это? Не бабочка? Стрекоза? Да, стрекоза. Где? И вот там вот они прилетали. Улетела? Вот тень, да, хорошо. А то я в этом уже потею. Ну так комары, что ли, не кусали. А что такое? Травка. Ну можно урвать или брать? А, ну тебе зачем? Так, идем дальше в лес, в другой. О, какой грибок, Алиса с Егором нашли. Ну-ка. Червивый. Червивый? Да. Ну-ка, давайте посмотрим, какой он. Оставь. Нет, это его погрызли. Кто? Ну, животные какие-то. Ну-ка, давай, Егор, его срезай. Сейчас посмотрим. Что он это за грибок? Старый. Ну, старый, значит, старый. Главное, чтобы он не червивый был. Посмотрим. Он взрослый уже гриб. Да. Ну, такие обычно червивые. Это это обабок. Но червивый и старый, да. Вот такой вот гриб. Она к маме положила. Да, вот такой вот гриб. Ну-ка. А это... Это грусть. Но он червивый тоже должен быть. Такой это. Этот не будем брать. Вообще будет невкусно. Ну идем дальше. А тут какой-то красный. Ну-ка. С огромной шляпой. Что Егор нашел? Егор нашел мухомор. Там да? Мухи сидят? Нет, это мухомор, его так называют. Что мухи от него мрут. Вот еще один мухомор. Да? Вот он там спрятался. И вот еще мухомор. Сколько тут мухоморов много, да? А вот мухомор. Да, с точками. Такими с пятнышками. Это мухомор. Это ядовитый гриб. Мы тут три мухомора нашли. Идем дальше искать хорошие грибы. Да? А мухоморы едят или нет? Нет, мухоморы не едят. Где у нас тут хорошие грибы? Сейчас найдем хорошие грибы. Тут сыроежки растут, но сыроежки нас не интересуют. Они не чистые. Так, Алиса там с мамой что-то нашли. Тут старый гриб. Так, это вот грусть. Тут уже кто-то ходил, собирал. А? Так, ну что? Вот, Егор, смотри, гриб какой подберезовик. Ну-ка, срежь его, вот один, а вот второй. Вон, срезай. Вот этот? Да, срезай. А! Ой, мама нашла вон с Алисой. А он червивый, наверное? Так, и вот Егор срезал, да, вот это хороший подберезовичек, и вот еще один срезай. Вот этот? Да, это тоже подберезовик. Его одним движением, Егор, надо. Раз только и все, ты его пилишь, ну-ка. Ой, он червивый. Червивый? Ну-ка, давай посмотрим, шляпку уберем. Шляпка? Шляпка нормальная, ножка червивая. Бросаем в ведро. Идем дальше, ищем. Вот, Егор, смотри. Вот, смотри, сколько грибочков.
Ладно, я тут срежу. Так. Вот один какой. Красивый грибочек. Смотри, Егор. Вот какой грибочек. Что красивый. Это за гриб такой? Это? Да. Это подберезовик. Абабок. 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 Да, я вот хочу еще. Вот этот вот срезать. На, только не пили его, а раз вот под ножку и срезал. Вот, раз, срезал. Вот какой грибочек Егор нашел. А вот, смотри. И вот, Алиса, смотри, а вот этот грибочек, как будто ты нашла, да? Вот. Ой, мама с Алисой сколько грибов нашли. А зачем вы вот этот червивый положили? А он не червивый. Нет, это же это червивый, он старый. У него ножка червивая, что ли? Ну, красивый, большой. Вот это же нормальный, да, я его собираю? Да. Егор, так, подожди, надо отрезать. Срезать. Надо, ну, видишь, червивый, надо срезать ножку и посмотреть, есть там дальше черви там или нет. Червивый. Он червивый? Давай шляпку посмотрим. Червивый, выкидываем его. Давай, идем дальше. Тут такой неплохой лесочек, маленький, хотя много червивых, но есть. Это плохой грусть, не надо его. Что Алиса там нашла? О, Егор за бабочками гоняется. Грибочек? Покажи, какой ты грибок нашла. А, мама тебе дала, ну молодец. А у тебя на головке я что? Бабочку, у тебя на головке тоже грибочек, да? Смотрите. Егор бабочку поймал. О, отпускай ее. Егор бабочку отпустил. Это у меня на голове сеточка. Сеточка? Да. А я думал, грибочек тоже. Бабочка, ну, идем дальше грибочки искать. Нравится вам грибы искать? Угу. Да? Вот, смотрите, сколько маленьких. Смотрите, вот это все хорошие грибочки. Егор, срезай. Вот это, да. Вот, вот, смотрите, сколько тут грибочек. Вот грибочек, вот грибочек, вот. Вот, срезай. Одним движением только раз и срезал. Это о бабке. Так. Да нет, вроде, нормальный. Вот, срезай вот эти вот. Ну, да, это Алисе в ведерко клади. Да. То, что я этим могу. Вот тут. Егор, дай мне. Он червивый? Не знаю. Ну-ка, шляпку разломи. Шляп? Руками разломи. Не, не червивый. Алисе клади в ведерко. А ножку? Ну, с ножкой клади. Она просто разломалась. И вот эти срезай. Ну, сколько мне стало? О, нормальный. Клади Алисе в ведерко. И вот. Тут абабки маленькие. Вот еще один. Червивый. Этот, ну-ка, шляпку разломи, ножка червивая. Нормально клади. А ножку? Ножку выкини. Вот ты мне вот это уже, да? Да, клади. Идем дальше. Давай. Куда? С нами идешь за грибами? Вот, смотрите, вот еще папа нашел маленький какой. Так. Оп. Так, ну-ка. Он червивый, да. Вот червивый. Червивый. Идем дальше. А мама там нашла бабочек. Ну, вот здесь ходим, значит, собираем. Пап, какой твой любимый гриб? Подберезовик, подосиновик, абабок. А у меня подберезовик. Ну, идем дальше. Ну-ка, Алиса, покажи свою корзинку. О, Алиса, корзинка какая. А он червивый? Да, но это ж мы выбросили. Ну, все, идем. Мама там что-то нашла у нас, зовет на помощь.
Наверное, на грибы напала. Ну-ка. О, подберезовики какие. Этот нормальный подберезовик мама нашла, да? Вот еще один. Ну-ка. Это червивый. Так, а вот это ты срезала, да, тут? Это нет. Нет? Значит, кто-то до нас ходил. Вот. А вот еще. Вот, срезай. Это баба? Да. Червивый. Слушай, они такие червивые. А вот еще подожди. Ну, срезайте, срезайте. Так, тут это червивый. Вот, подождите, стойте, чтобы я не потеряла его. Тут кто-то уже до нас ходил, потому что много срезанных. Где? Ну, молодец. Потряхивай. Он был маленький. Что ты говоришь? Не бойтесь вы. Уже рядом. Вот маленький грибочек. Где? Ну, вот я тут. Это они мне нужны. Это подберезовичек. Ну-ка. Он червивый. А вот, Егор, вот это коровники. Ну, щупай. Я обрезала его. Мама у нас гриб там нашла. Ну, ты под шляпку срезай. Он может быть сверху червивый. Еще срезай выше. Какой... О, какой гриб Алиса нашла. Вот. Смотрите, как у нас так, ну-ка. Целая куча. Давай, вот тот. Смотрите, еще срезай. Сколько у нас. Да, вот сколько. Вот это? Мама с Алисой насобирали. Вот это, да? Да, да. Где же у него теперь ножка? Вот она. Ну, а срезай. Чики. Срезай, срезай. Да. А ты ее... Так, это плохой. Да, это хороший. Да, это вот хороший. Какой мама грибочек нашла. Ох, а бабочек. Хороший. Да? Костя, вот смотри, здесь как будто погрызно, а я разломала чистый. Вот. Ну, смотри, если червей, червей нету, значит, берем. Если есть, значит, покидываем. Так. Так, идем дальше. О, что такое? Это здесь, это, ну, складывать, значит, это здесь, смотрите, это грусть, это сухое, сухие грузди. Егор, ножик давай. Вот, смотрите, мама прошла мимо коровника. Давай, срезай. Аккуратненько мы его. Это детеныш. Ну, это не совсем детеныш уже. Срезай. Это какой-то подросток. Это хороший должен быть. Ой, я еще есть маленький. Вот какой хороший коровничек. Он мне нужен. Срезал, да? Тебе нужен? А, нет. Мой давай. Самый любимый гриб – это коровничек. Коровка. Так, идем дальше. Дальше много. Да, у Алисы все больше и больше грибочков получается. Сейчас еще найдем. Вы только кричите, грибочки, и вы где? И они появятся. Я тут, я тут, я тут. Так. Это нормально? Это поганка. Вот здесь грузди растут. Его срезать? Ну-ка, давай, дай я срежу. Это сухой грусть. Ой, какой червивый. И там тоже растет червивый. Значит, да. Их самый любимый — это походу грусть. Нет, Алиса поганка. Вот, смотри. Вон грибочек. Он мне нужен. Тебе нужен, да? Да. Вот такой грибочек бери, Алиса. Вот это теперь как у нас. Да. Ой. Все больше и больше. Вы вокруг смотрите, потому что рядом другие грибочки должны расти. Да. А вот это есть? Нет. Вот тут шиповник растет. А, вот шиповник. А какой. Вкусный? Ну, он не вкусный, но он полезный. О! А вот растет
Тут тоже грусть, а вот растет ягода, которая называется костяника. Вот эта ягода костяника. Вот она вкусная, да? Алиса с Егором ее уже попробовали. Да. Да? Тебе понравилась костяника, Алиса? Да, и она была вкусная для меня тоже. Да, ну она кисленькая немножко, но вкусненькая, да? Ну ладно, собираем дальше грибочки. Вот, мы тут напали на грибы. Некогда было снимать, потому что мы вот тут даже еще не все обошли. Вот на маленьком пятачке насобирали вон сразу два ведра, да? Да, вон, и придется менять. Коровников насобирали. Да, и придется менять. Да, и придется менять. Сейчас я схожу в машину, это высыплю машину и придем. И придем еще здесь будем ходить. Буквально пятачок, наверное, метра три в диаметре. И вот здесь только насобирали прям два ведра. Да? Мама у нас тут еще ходит под травкой, под веточками. Смотрит. Ладно, ждите, короче, здесь на месте, чтобы место не потерять. А я сейчас схожу, пересыплю и приду с ведрами. Не успели мы сложить выгрузить те два ведра, да, чуть-чуть походили, и на нас опять грибы напали, да? Да. Опять вот целое полное ведро. Мы с Алисой набрали, и мама там с Егором что-то... Я стою, охраняю грибы. Да, мама, Егор там встал около грибов и охраняет, чтобы они не потерялись. А вот здесь коровники, вон сколько их... Не, ножом не надо махать, Алиса. Вот тут коровники, там коровники, везде грибов. Много-много, да? Ой. Что такое? Комар на Алису напал? Да. Ой. Давай папе ножик. Папа будет дальше грибы собирать, да? У меня чешется. Чешется? Угу. Тут лес такой. Ну, удачно нам попался, потому что мы уже насобирали. Опять сейчас пойдем выкидывать багажник, да? Да. Да? Тебе нравится грибочки собирать? Да. Здорово? Да. Ну ладно, тогда папа будет дальше срезать. Да? Да, у Егора давай будем срезать. Давай. Вот, ну короче, мы выгрузили еще одну партию грибов. И опять по ведру почти насобирали. И вот наткнулись тут на кучу. Еще один грибов. Ну вот, судя по всем, да, грибочки. Это маслята должны быть. Но они вот идем. Сколько не срезаем, они все червивые. Попадаются. Давай посмотрим, Алиса. А, грибы. Да, ну они червивые, Алиса, все. Вон, видишь? Один червивый. Один червивый. Вот. Два червивые. Вот. А, вот как, так их много здесь. Ну они червивые все. Прям все? Все, абсолютно. А маленькие вот? Маленькие, большие. Я вот тут вот ходил, срывал, срезал. Ну, то крышечка есть. Крышечка вот. Да. Ну, крышечка вот не. Егор, ты что-нибудь нашел? Крышечка? Угу. Ну-ка покажи. Угу. Маме дай, молоденький, может, это ты не червивый. Нет. Нет, ну вот. А точно не поганка? Нет, это хороший я гриб. А так похож. Это хороший? Да, они червивые. В общем, сегодня мы на славу потрудились, да? Ну, срезай, смотри. Это вот как раз это, здесь сосны растут. Детеныш был нормальный. Детеныш? Да. И под соснами вот эти грибочки. Ну, все червивые. Жалко, конечно. Жалко, жалко, жалко. Вот их сколько много. Тут вот вокруг везде. Ну-ка покажи. Ну-ка покажи, Алиса. Переверни шапочкой вверх. Вон червивый, Алис. Да. Ну что, дальше пойдем искать? Давайте. Может, это ведро скинем? Это, наверное, уже все присмотрели. Так, Алиса с Егором здесь нашли муравейник. А вот тут вот и кидаш клад. Давайте посмотрим муравьев. Смотрите, муравьи какие.
Они трудятся. Да, сколько их здесь. Интересно, а что эти делают? Работают, что? А зачем они работают? Строят себе дома, еду заготавливают там. Вот у них тут заготовлена уже еда. Да, это грибы. Вот такой. Такой вот муравейник нашли. А? А вот стрекоза тут летает. Вот она в воздухе. Так, а мы все грибы собираем. Нет, это гриб тут рядом рос. Они заготавливают себе еду. Да, Алиса? Да. Какую они едят? Ну, какую, что едят, то они заготавливают. Ладно, пойдемте еще немного грибы пособираем и домой уже поедем. Потому что уже много насобирали грибов и уже устали, кушать хотим, да? Да, я хочу суп из грибов. Суп из грибов? Ну, надо домой ехать, чистить грибы и варить. Да, суп из грибов. Я его когда-то... Я такой суп когда-то его ела. Хорошо. Да, сейчас грибы еще у меня такой. Пойдемте за мамой. Ну вот, мы уже какой раз вышли из леса. Ну, уже последний, потому что дети у нас уже, Егор с Алисой, устали. У Егора уже аллергия на что-то здесь, на какие-то травы или цветы, да? Опять на... И у тебя тоже? Опять нас собирали по ведерку, уже по какому... Не это, уже счет, со счета сбились. Вот ведерко, вот ведерко. Мама там ведерко несет, да? В общем, мы довольны, да? Нашим сегодняшним походом... Поездкой за грибами. Грибов насобирали всяких. Больше, конечно, коровников, но у нас и подберезовики, и грузди, и обабки там немного попались. В общем, что, кому понравился наш поход за грибами, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх. Ну и подписывайтесь на канал. В гостях у Алисы и Егора, а я вам даю гриб и цифру 9. Пока-пока. Пока. А мы поехали домой жарить грибы. Мама, попить. Попить? Да. Все?